я изменюсь. Хочется думать. Ну что, чувствуешь силу, брат? Хочется думать. Трек этот я хочу своей девочке подарить и сделать типа предложение. Ты кого любит больше? Ты кого любит? Сегодня хороший день. Дед мой в больнице. Ты новости смотришь? Парад в Латвии. Не всю нечисть мы тогда побили. Альфред Вебер. Это сволочь на параде. Обещал наказать. Накажешь. Я должен найти его, чтобы дед с ним встретился уже. Это серьезное дело. Я знаю людей, которые тебе помогут. Ищем одного нехорошего человека. Спросите, зачем мне это нужно? Да мне за деда обидно. Сидел бы фриц на пенсии дома и не высовывался. Будет ему парад. Да с почестями. Я думаю, месть – это не лучшее средство. Юра, а вы уверены, что это действительно важно? Ну как ты там, брат? Это дело чести. Все нормально, ребят! Все нормально, ребят! Вы серьезно настроены? Фильм «Внук». Смотрите в кинотеатрах с 22 июня. Не будите русского медведя. Может быть, тогда и обойдется.